Всем привет! Вы на канале Бла-Бла Фьюзен. Что у меня сегодня на кето-обед? Все просто, как всегда. Похудела на 53 килограмма на данный момент. Сейчас ем, как и раньше, на 2 раза в день. Сейчас ем на 200 килокалорий в день за 2 приема пищи. То есть, соответственно, мой обед и ужин практически равноценные в районе 1100 килокалорий в день. Соответственно, так как я уже давно в кетозе, я, соответственно, ем на 70 жиров, 20 белков и 10% углеводов. Соответственно, что сегодня у меня получилось на обед? Капустный салат, здесь только капуста и зелень, рыжиковое масло, пищевые дрожжи посыпаю сверху. А сладкий перец, вот что-то можно было и порезать, но что-то мне так вот захотелось именно его просто похрустеть. А, и, кстати, вот, между прочим, семечки, вот где-то я такое вычитала, что семечки вот перцевые, которые внутри, надо обязательно убирать полностью, ну, хотя бы полностью. Ну, в общем, короче, их надо обязательно убирать, потому что они именно в семечках содержатся какие-то там вещества, которые очень сильно влияют, могут усиливать аппетит. Так что, если вы худеете и вам нужно прям контролировать свое чувство голода, семечки нужно убирать полностью. И, кстати, тоже касается и острого перца, и сладкого тоже. Так, и сегодня основное количество белков — это куриные бедра, запеченные в мультиварке. Они получаются такие, скорее, вареными. Я туда ничего не добавляю, только специи, ни лук, ни морковку. Это куркума, поэтому они такие желтенькие, оранжевенькие. И остатки здесь вчерашнего бигуса, буквально 90 грамм. Курицы грамм так 150. Ну, вся граммовка, в принципе, в описании под видео. Вы можете открыть описание, прочитать все калории БЖУ и граммовку. И еще много, кучу всякой разной интересной, полезной информации. И сегодня здесь в буквальном смысле 20 грамм нежареного ореха, арахиса, и 50 грамм сливочного масла, в смысле в целом, вот здесь еще я его кинула, так сказать, на курочку. Вот такое сегодня получилось простецкое кето-меню. Всем привет, пока-пока, обязательно поставьте мне лайк, колокольчик нажмите, если вы еще не получаете уведомления о моих новых видео, и напишите мне что-нибудь в комментарии, да просто хотя бы хорошее слово. Всем привет, пока-пока.